ребятки, всем привет. Ну чё, пол третьего. Мой покушка, я ж не ел ничего с утра. Только, короче, питаем завтра. Ну, обычным обедом, перед обычной едой. Выпьем Slim. Slim очень хорошо, он прям уже перед обедом кушает. Именно перед обедом обычной едой. Такая капсула. Можно с водой смешать. Как шипучку здесь. Можно запить, ну, то есть тут каждый по-разному, как ему нравится. Я запью. Нормализуется вес. То есть вы кушаете, у вас желудок не забивается. Это вот как раз слив, он это нормализация веса. И принимать нужно именно обычной едой. Приятного аппетита мне, пойдем кушать.